Шел отдыхать и повредил новогоднюю арку с иллюминацией. В Гомеле милиция оперативно задержала хулигана, который разбил светодиодные элементы новогодних украшений. Оказалось, мужчина шел в развлекательный центр вместе со своим приятелем. По пути он несколько раз ударил по иллюминационным и металлическим аркам, чем причинил владельцу этих конструкций материальный ущерб. Подозреваемых отыскали в развлекательном центре, а вместе с ними было и доказательство. Знакомый дебошира снял действия приятеля на телефон. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении хулиганских действий был задержан 30-летний гомельчанин, работающий грузчиком на одном из предприятий города Гомеля. В настоящее время по факту совершения хулиганства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают различные виды наказания, вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.